Агитационный период в средствах массовой информации начнется уже 17 февраля. По традиции, перед его стартом проходит жеребьевка между кандидатами на пост президента страны и партиями, которые они представляют. Это 8 кандидатов из 7 политических партий. По городу Сочи выделено 240 минут эфирного времени. Мы сегодня проведем жеребьевку и распределим это эфирное время, а кандидаты уже в дальнейшем сами договорятся, в какой форме они будут это проводить. В городе Сочи у нас это будет проводиться в эфире ФКТ, РЕН-ТВ. Жители нашего города будут оповещены дополнительно о сетке времени этих теледебатов. Агитация в СМИ может проводиться, например, в форме теледебатов, дискуссий, круглых столов или агитационных роликов. Также кандидаты могут проводить эту кампанию на радио и в печатной прессе. Агиткампания пройдет по будним дням, начиная с 17 февраля и продлится до 24 часов 16 марта. После наступит так называемый день тишины. Сами же выборы президента России состоятся 18 марта.